Беларуси обостряется ситуация у водоемов. Только за выходные утонули 10 человек, в том числе двое подростков. Один погиб в Полоцке, когда решил искупаться после распития спиртных напитков. В Речицком районе в Березине нашли тело школьницы. По данным следствия, в обоих случаях места не были предназначены для купания. В Могилевской области проводили фиктивную мелиорацию. В 2022-м управляющей компанией одного из холдингов направлено более 6,5 миллионов рублей для проведения работ в регионе. Как выяснилось, часть средств израсходована не по назначению, а некоторые заключенные договоры фальшивые. Сумма ущерба не менее 430 тысяч рублей. Возбуждено 8 уголовных дел. Свыше 10,5 тысяч абитуриентов сдают ЦТ по математике. Всего по стране работает 41 пункт. Зарегистрированы более 55 тысяч человек. Механизм не изменился. В основе тестов школьная программа. За ходом проведения следит комитет госконтроля, чтобы обеспечить для всех равные возможности. Впереди еще 7 испытаний. Для тех, кто по уважительным причинам пропустит день сдачи, назначены резервные. Адвокаты бесплатно проконсультируют малообеспеченных. Акция пройдет 22 июня, в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Специалисты по телефону ответят на вопросы, которые не связаны с предпринимательской деятельностью и не требуют ознакомления с документами. В Могилевской области звонки примут с 9 до полудня. В Бобруйске сокращается количество долгостроев. Еще в 2020-м числилось 83 объекта. На начало прошлого года в списке было 62. Сейчас осталось 17. Два республиканской формы собственности, 13 областной и по одному коммунальной и частной. По каждому из них ведется работа. Некоторые здания достроят, другие продадут или снесут.